Наш мюзикл в себе несет, конечно, воспитательную и образовательную составляющую. И в нем рассказывается как раз-таки о том, что неважно, в какой среде ты родился, кто тебя окружает, любой ребенок, любой человек может сам выбрать свой жизненный путь. Поэтому, конечно, я думаю, что нашим юным зрителям, и не только юным зрителям, понравится наш мюзикл, они вынесут, конечно же, уроки из него, он вселит надежду в тем, кому она необходима, и просто получит колоссальное удовольствие. Есть, конечно, волнение. Волнение приятное, так как мы не раз выступали на таких больших мероприятиях, в частности в конгресс-холле, но это волнение, оно правильное, то есть волнение перед выходом на сцену должно быть. Браво — это для нас как вторая семья. Что-то было, что-то было.